Так, друзья, приветствую. Сегодня у нас два автомобиля. Мой не Вася и новая Toyota RAV4. Посмотрим, какой автомобиль поинтереснее поедет. На самоблоках или на весь на имитациях. Toyota на летней лысой резине. У меня липучка. Давление у всех по двоечке. Пока ничего включать не буду. Попробуем так, как она. Это первый ее выезд, этой машины. Хотим попробовать, посмотреть, как она будет себя вести в грязи. Сразу говорю, напрягать машину не буду. Жена машина супруги. Как автомобиль называется? Toyota RAV4. 22-го года. Резина лето. Резина прям асфальт-асфальт. Все. Пробуем. Небольшая горочка. Потом на мой автомобиль сядешь и попробуешь на мой автомобиль заехать. И вот сейчас мы посмотрим, что интереснее. Электроника или на Ниве самоблоки. Что интереснее отработает. Ну, как видите, машину тащит влево. Ну и зацеп. У него резина чисто лето, номер тоже 007, новый автомобиль. Сейчас Николай нажмет, наверное, умные кнопки, обороты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, что творит, а. Он сейчас заедет. Вот это да. Вот это да. Машина идет боком. Красавец. Ну слушай, ну... Только при подключении полного привода она пошла. А тут полный привод как подключается? Ну тут, знаешь, вот такие хитрые кнопки, они снег, тут даже непонятно. Не знаю, как она подключается. Ну зашел ты уверенно, Николай, я даже не ожидал. Я так думаю, что здесь как бы, может, межосевой включает то, что я включил кнопочку, вот эту вот. Ну здесь как бы грязь, камни, все, вот я вот, если перевести. С машиной до конца еще не разобрался. Не знаю, что, где, как. Ну я скажу уверенно, автомобиль зашел. Мне очень понравилось. Вот. Ну это резина там вообще прям такая. Ну резина лето. На самом деле. Вот. И с такой резиной. Давай спускайся. И сейчас есть поворот направо. Второе упражнение. Короче, направо. Фантастика, честно скажу. Вот сейчас Николай поедет на Невасике, пойдемте посмотрим. Первый раз он проедет так же, как проехала Toyota первый раз. И дорога вот так, то есть туда скатывается. Если туда скатимся, ну, не знаю, лебедка есть, в принципе, выйдем. Второе упражнение, также останавливается и заезжаем вот сюда. Первое повышенное, межосевой заблокированный, впереди самоблок, сзади самоблок. Автомобиль уже начал сносить его влево. Но Николай обороты не дает, то есть едет, как бы пытается в натяг. Как видите, липучка замылилась. Вот как бы самому не упасть. Давай, выезжай, крути, Николай. Давай, крути, хочешь? Ой-ой-ой, что боялись, ребята, что у нас и получилось. Так, сейчас больше газов. Ой, господи, чуть не задавил меня. Только успел отпрыгнуть. А на понижайке он ехал. И межосевой был не заблокированный. Это поправочка. Первая повышенная. Сейчас вам покажем изнутри, как автомобиль будет ехать по грязи в горочку. Все, мы спустились. Впереди, как видите, грязевая горочка. Так, Николай, рассказывай, как сейчас попробуем? Сейчас на нормальном, так как всегда. Угу. А потом уже будем пытаться. Ну, давай. Слушай, ну она заехала. Вот она, видишь, кряхтит. Ну да, вон, у тебя антибуксовка. Ну вот, на нормальном режиме оно дошло. А еще какой режим есть? Еще есть песок, камни, грязь. Вот он. Угу. Сейчас пробуем назад и вон где мой Невасик стоит. То есть мы сейчас что включили? Пока ничего. Пока ничего. На оборотах можно попробовать на нормальном режиме. Машина стоит у нас боком. Вот, как видите, то есть машина постоянно сносила влево. А нам нужно направо. Ну давай пробуем. Пришлось нам пристегнуться, а то звук
Ну и смотрим. Обычный режим и направо. Налево, как я вам сказал, если мы скатимся, уже не выйдем. Какой режим включили? Полный привод. Я не знаю, как это, блядь, называется. Ну, понятно. Ну, давай посмотрим разницу. Блин, ну как она так делает, а? Как-то умная машина. Да, ребята. Николай, по твоему ощущению, какой автомобиль заехал легче? RAV4 полегче заехал, конечно. Хотя на лысой резине. На лысой, да. Но Нива при оборотах она прям молодец. Да, вот сейчас ты шел на первой повышенной, да? Первой повышенной. Когда обороты даешь, резина очищается, наверное, и автомобиль заезжает. Она идет свободно. Да, то есть не Васик, нужно всегда поддавать. Нужно обороты, да. Да, Toyota, то, что умная электроника, как-то он там сам... Она там и хрюкала, и каркала, и крякала там прям это. Да, и заезжает. И сидишь, балдеешь, в принципе, да? Ну, жалко, это однозначно. Мы поэтому заехали, вот, пока время есть, 30 минут, и как раз у нас ролик подснять. Ну, заодно покажем разницу, да, автомобиля, наверное. Уровень, конечно, огромный в комфорте. И по езде, как видите, что Toyota тоже едет неплохо. Женя, ролика. Николай уехал, я решил... Сейчас, секунду. Я решил, короче, в одно лицо съездить покататься на наш автодром. Здесь глина, то есть, чтобы на втором спуститься, нужно просто спуститься с горочки. И везде выезд идет на подъем. Не знаю, я заеду потом, не заеду, но надо попробовать. Здесь вот глиняный спуск. В крайнем случае, справимся, да, и выйдем, я думаю. Ой, ёлы-палы, ребята! Ух! АБС трещит. Давление двоечка у нас. Боком межосевой у нас разблокированный. Сейчас попробуем туда проехать. Баллон внутри. Тут у нас небольшой ручеек. Может, я, конечно, и зря снял грязевую резину. Да, сейчас было бы интереснее намного, если бы я поехал на грязевой резине. Ух. Поехали. Первая повышенная. Ух ты, неплохо, неплохо. Обороты даешь, протектор на липучке очищается, зацеп есть и автомобиль едет. Там просто стояла машина, хочу доехать посмотреть. Здесь дорога тоже как бы снесет влево. Вторая повышенная, межосевой разблокированный. Ой-ой-ой. Нормально, сильно пачкать машину не хочется, но пришлось. Вторая повышенная пока. Потихонечку, потихонечку. И мы с вами удачно выехали. Нужно переехать. Так. Стоит автомобиль, никого нету. Потихонечку, наверное, не получится заехать. Первая повышенная. Как видите, буквально проехал метр. Первая повышенная, разблокированная. Ёб твою мать! Страшно? Очень страшно. Такие эмоции выделяет автомобиль. Сейчас давайте попробуем по траве поехать. Также первая повышенная, газу. А по траве, видите, намного легче, зацеп есть. Так что, если что, выехать у нас есть возможность. Та горочка, по которой мы с вами спускались, глиняная. Вот я потихонечку попробую. Ой-ой-ой, тут вообще... Ох, господи! Едет.
Молодец, молодец. Все-таки самоблоки, я скажу вам, помогают. Не всегда на них надеешься, думаешь, что вот. Как они работают, тоже уже много видел и про это тоже много говорил. Не знаю, как они работают при нагрузках. Вообще непонятно. Но на оборотах их слышно, что они срабатывают. Вот. Ну а сейчас еще одна горочка. Выезжаем и на этом видео буду заканчивать. Переходим в телеграм-канал Нива 007. Ну-ка, вторая. Ох, ё! На второй повышенной обороты есть. Да, когда идешь на оборотах, прям не Вася, красавец, ребята, красавец. Как вот прям поддаешь ей, поддаешь. Все, она едет. Как только обороты отпускаешь, машина начинает не ехать. Прям вот газ даешь, ее начинает вытаскивать. Так, это то место, где мы катались с вами. Давайте вот как Николай нам... О, господи, блин. Николай вот отсюда нам трогался. С этого места мы с Николаем изнутри записывали видео. Первая повышенная, межосевой раз блокированный. Что-то легко. Прям легко. Вторая. Да, машина едет при высоких оборотах. Этого даже не обсуждается. Все, покатался буквально полчаса. Не знаю, как видосик понравился. Я старался. И вообще во всех видео я и ребята, кто выезжает, все стараются. Поэтому не жалейте подписку, не жалейте поставить лайк, написать комментарий. Неважно там какие-то мысли писать, просто плюсик поставьте там или палец поставьте. Когда видео набирает какие-то просмотры, мне лично самому приятно и хочется двигаться дальше. А когда бывает, что видео вроде и есть, и мы старались, и потратили очень много своей энергии, там, финансов, а видно, что никакой реакции от вас, отдачи нету, ну, на самом деле это, ребята, обидно. Поэтому жду, пишите комментарии, подписывайтесь. Не забывайте телеграм-канал Нива 007. Нас там много. Нивоводы со всех, с наших областей, городов, с нашей большой страны. Вот, мы там все общаемся, уже подружились. Кто-то с Волгограда, кто-то с Хакасии, с Самары, с Саратова. Вот. Очень приятно общаться. И там ребята молодцы, адекватные. Бывает, не, это, как говорится, не исключение, это везде. Но мы таких, от таких ребят быстро избавляемся, просто удаляем. Все, пока-пока.